Захламленную мансарду дома можно превратить в жилое помещение. В Европе это является нормой. Современные дома строят с учетом мансардного этажа. Но без утепления на чердаке комфортно 2-3 месяца в сезон. Чтобы превратить мансарду в жилую комнату, необходимо утеплить крышу. Теплая крыша обеспечит жилую мансарду. Мансарда – это дополнительная жилплощадь, и ее можно обустроить и декорировать в произвольном стиле. Для утепления мансарды разработаны плиты из минваты на основе стекловолокна. Плиты обработаны гидрофобизирующими добавками, снижающими водопоглощение в 4-8 раз. Материал не горючий, имеет низкую теплопроводность. Бизнес-идея предусматривает утепление мансарды минватой. Плиты располагаются над, под и между стропилами. Вес упаковки 15 кг, отходов нет. На 100 квадратных метров достаточно 10 рулонов. Материал легко монтируется. Для отопления домов используется газ, электроэнергия или дизельное топливо. Учитывая оплату топлива, утепление чердака окупится за 2 сезона. Сначала следует утеплить конструкции по периметру. Затем защитить утеплитель от влаги, организовать пароизоляцию и вентиляцию. Слой утеплителя размещается на крыше, перекрытиях и перегородках. Также утепляется фронтон. Чтобы утеплитель служил долго, устраивается гидроизоляционный слой. Внутренние стены покрываются пленкой для пароизоляции. Подрядчикам необходимо учесть рекомендации, выбрать материал, соблюсти последовательность. В такую мансарду не проникнет ветер, дождь и снег. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.